Рев моторов, кожаные куртки и железные кони. Курские байкеры перед началом сезона подарили единственной в городе мотошколе новую учебную технику. Теперь получать категорию А станет проще. Почти все собравшиеся – ученики кандидата в мастера спорта по мотокроссу Татьяны Шабановой. Многократная участница чемпионатов России уже более 30 лет обучает курян безопасной езде. Я сдавал еще в прошлом веке, далеко, в 85-м году. Но на этом по ходу мотоцикле. Минск сам по себе мотоцикл неплохой, но как бы уже прошлый век. И молодежь должна учиться на современной технике сдавать. Старенький Минск уступил свое место новенькой Ямахе. Теперь учиться вождению станет легче. Низкий поклон им и то, что они мне сделали. Вот я... Спасибо. Подарок как нельзя кстати. Ведь неопытный водитель чаще всего попадает в ДТП. Уже более 4 дорожно-транспортных происшествий произошло, где пострадали люди, серьезно пострадали. В Ольговском районе совсем неделю назад два молодых человека на мотоцикле Yamaha не выбрали безопасную скорость для движения, допустили столкновение с опорой электропередач, в результате чего оба человека молодых погибли. С 1 апреля в России появились новые категории в водительских правах для мопедов, легких мотоциклов и квадроциклов. Специалисты надеются, что это повысит безопасность на дорогах. Но главное, после получения прав, каждый участник дорожного движения должен сам позаботиться о своей безопасности. Вера Сазонова, Максим Леонов, телеканал 7.